Всем привет, дорогие друзья! На связи Сергей Нежданов. И я хочу вас поздравить с Новым годом. Во-первых, с завершением очередного этапа, ну, нашей жизни. Ну, как календарный год, он как такие страницы. Мы же отсчитываем годами нашу жизнь. И вот эта очередная страница нашей жизни завершается, подходит к концу, и принято подводить итоги. Я предлагаю выбрать уютное, укромное место и посидеть вместе в тишине, вспоминая, что было в этом году уходящем, принимая это, отпуская то, что нам не нужно уже. И подготавливая место, высвобождая место для нового. Новый год – это олицетворение чего-то нового. И вот чтобы это новое куда-то поместилось к нам, вот туда, внутрь, в наше «я», давайте, используя дыхание, попробуем метафорически, да, мы на вдохе. Давайте будем принимать все, что было, на выдохе, отпускать и позволять уходить отработанной энергии, уходить прошлым событиям, уходить тем, людям, которые нам уже не нужны, которые доставляют какое-то неудобство. Принимаем все, что было. Отпускаем обиды. Принимаем все события, которые с нами происходили. Отпускаем любой негатив, который остался в связи с этим. Принимаем людей, которые появились в нашей жизни. Отпускаем тех, кто нам не нужен. Представьте, как такие 12 месяцев, как будто бы перед нами сидят. И по очереди пройдитесь. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. С каждым месяцем может какая-то ассоциация возникнуть, какая-то эмоция, какое-то событие. Мысленно пройдитесь, как бы принимая каждый месяц и отпуская его. Принимая, отпуская. Можно прикрыть глаза и почувствовать вкус каждого месяца, почувствовать ощущение каждого месяца. Вдох, выдох, дышим. Хорошо. Теперь почувствуйте весь год, как такое вот одно большое, длившееся целых 12 месяцев, целых 365 дней, 50, по-моему, 2 недели. И мы это все проживали, это наша жизнь. Вот со вдохом давайте почувствуем, что нам принес этот год. С выдохом все ненужное отпустим. Все, что нам не нужно вести с собой дальше, в следующий год, давайте отпускать. Не нужно копить мешок с картошкой за плечами. С каждым годом все больше и больше. Будет тяжелее идти. Отпускайте, смело отпускайте то, что не нужно.
Хорошо. Друзья, в канун Нового года я вам желаю счастья. Я вам желаю состояний, свободных от омрачения. Вот эти, то, о чем мы на ретритах говорим, омрачающие состояние ума. Я вам желаю освободиться от омрачающих состояний ума. Я вам желаю быть осознаннее в новом году, быть более счастливыми в новом году и принимать все положительные моменты, отрицательные моменты и просто рутину такой, как она есть. С улыбкой, с открытым сердцем и отпускать то, что может отягощать, то, что вызывает отрицательную эмоцию. Что мы не можем изменить, принимаем. Что можем изменить, меняем. Используем свой ум, аналитическое мышление для того, чтобы проанализировать ситуацию и, если есть возможность, меняем. Друзья, до встречи в новом году. Приглашаю вас на ретриты, семинары, занятия. Подключайтесь. Будем на связи. Сергей Нежданов.